разобраться с капитаном. Они думал, пробраться сюда сложнее. Капитан должен быть здесь. Думаешь одолеть меня? Покажи свою силу. Ты можешь сделать все, что захочешь. На кой хрен ты вообще сражаешься за этих долбанных фашистов? Мы пытаемся спастись, сражаемся за наши жизни. Знаешь что? Они сделали с нами. Я знаю, что ты сделал со мной. Нет! Нет! Первопроходцы всегда платят по счетам. Нужно отдать его голову той девушке. Уж кого тут надо было убить, так этого садиста. Он мертв. Этого мало. Ты как вообще? Может, тебе нужен врач или... Чего? Местные докторишки прикончат меня скорее, чем пули. За меня не волнуйся. Я выживу и буду драться. Ну ладно. Эй! Спасибо тебе. Ага. Здорово. Теперь мои погибшие товарищи будут спать спокойнее. Нет, не верю. Привет, Дупик. Якуб. Шира. Тот сигнал в лесу. Помнишь? Да. Довольно отчетливо. И частота еще у тебя? Ты это имеешь в виду? Курва. А выигрышные лотерейные номера у тебя на жопе не набиты? А ты не верил. Ах, ненавижу твое, а я же говорила. Сигнал еще передается. Он похож на эхо. Он цифровой, то есть там, откуда его передают, нет аномалии. Проблема в том, что нам не удавалось найти источник, ведь у нас не было частоты до твоего появления. Теперь слушай. Нужно показать эти цифры доктору Аврааму Захеди. Это наш ученый. Иди ты. Он у врага уже столько времени находится, что готов поспорить, он уже труп. А если нет? Ты.
Я тебя где-то раньше видел. В лаборатории. Ты разбудила меня. Вот так вот все забавно сложилось. Это Джейн, снайпер высшего разряда. Она чуть не умерла, спасая его. Пойдешь с ней. Погоди, Шира. При посадке этот сигнал уже передавался. Может, ты знаешь, кто или что его передает? Я бы на твоем месте этим не интересовался. Вряд ли они хотят, чтобы их нашли. И все, кто пошел искать этот сигнал, погибли. Но это наш единственный шанс. И добраться туда сможете только вы. Шира, да хватит! Это приказ. Не обсуждается. Прости, что бросила тебя умирать. Да не парься. Выбор был небольшой. Я бы тоже ушел. Внимание! Понимаю, у тебя куча вопросов, но мне не до этого. Это по твоей милости я проспал столько гребаных лет. Ты уж найди для меня время. Зачем эта война? С чего все началось? Мы только приступили к колонизации, когда разразилась аномалия. Нужно было пробудить от криосна еще более полумиллиона человек. Ясно было, что прокормить их не получится. Одни требовали просто убить их во сне, отключив питание, чтобы сохранить ресурсы. Другие хотели дать им шанс выжить. Догадываюсь, за что была ты. Я ошибалась. Мы просто пытались честно распределить ресурсы. Но все закончилось плачевно. Ваш враг. Что ему нужно? А что нам всем надо? Ресурсы. А их нет. Еды, воды и прочего. Они не успокоятся, пока не получат все, что у нас есть, не уничтожат нас. Поэтому нам надо уничтожить их. И чем я стал? Алиумом? Помоги разобраться. Что ты хочешь узнать? Сколько их? Тех, у кого незначительная мутация, кто послабее, полно. А по-настоящему мощных не так много. Но больше, чем хотелось бы. А солдаты преклоняются перед ними. Те другие алиумы. За кого они сражаются? Да хер их знает. Думаешь, ими кто-то управляет? Те, что на нашей стороне, имеют на это свои причины. Проблеск человечности. С другой стороны, они просто адские машины для убийств. Ничего человеческого. Со мной так не будет. Очень надеюсь. Этого не может быть. Я помню, как ты сделала это фото пару часов назад. Целую жизнь назад. Той девочки, что ты помнишь, уже давно нет. Та девочка и не смогла бы выжить. Бери. Тебе фото нужнее. Тебе сложно понять, в какой заднице мы оказались. Нас осталось 50-60 тысяч. Большая часть — мятежники. Скоро вообще никого не останется. Они отвлекли нас атакой. Мятежники. Выкопали туннели прямо под нами и заминировали их. Подорвали наш рубеж ко всем чертям. Да, я заметил. Множество людей погибло. Там один из моих лучших бойцов, лейтенант Маккейн. Сообщают, что он жив. Только его завалило обломками. Тут каждый человек на счету. Тебе нужно вытащить его. Обязательно вытащу.
Скорее бы наши разведчики нашли хоть какие-нибудь следы Маккейна.